медовый вереск. Из вереска напиток забыт давным-давно, а был он слаще меда, пьянее, чем вино. В котлах его варили и пили всей семьей малютки медовары в пещерах под землей. Пришел король шотландский, безжалостный к врагам. Прогнал он бедных питков к скалистым берегам. На вересковом поле, на поле боевом, лежал живой на мертвом, а мертвый на живом. Лето в стороне настало, вереск опять цветет, но некому готовить вересковый мед. В своих могилках тесных, в краях родной земли, малютки-медовары приют себе нашли. Король по склону едет над морем на коне, а рядом чайки реют с дорогой наравне. Король глядит угрюмо, опять в краю моем цветет медяный вереск, а медом мы не пьем. Но вот его вассалы приметили двоих последних медоваров, оставшихся в живых. Вышли они из-под камня, щурясь на белый свет, старый горбатый карлик и мальчик 15 лет. К берегу моря крутому их привели на допрос, но ни один из пленных слова не произнес. Сидел король шотландский, не шевелясь в седле, а маленькие люди стояли на земле. Гневно король промолвил: «Пытка обоих ждет, если не скажете, черти, как вы готовили мед». Сын и отец молчали, стоя у края скалы. Вереск звенел над ними, в море катились валы. И вдруг голосок раздался: «Слушай, шотландский король, поговорить с тобою с глазу на глаз позволь. Старость боится смерти, жизнь я изменой куплю, выдам заветную тайну», — карлик сказал королю. Голос его воробьиный громко и четко звучал: «Тайну давно бы я выдал, если бы сын не мешал. Мальчику жизни не жалко, гибель ему нипочем. Мне продавать свою совесть совестно будет при нем. Пускай его крепко свяжут и бросят в пучину вод, а я научу шотландцев готовить старинный мед». Сильный шотландский воин мальчика крепко связал и бросил в открытое море с прибрежных отвесных скал. Волны сомкнулись над ним, замер последний крик. Эхом ему ответил отец-старик: «Правду сказал я шотландцу, от сына я ждал беды. Не верил я в стойкость юных, не бреющих бороды. А мне костер не страшен, пускай со мной умрет моя святая тайна, мой вересковый мед». Конец. Это кто написал? Бёрнс. Роберт Бёрнс? Угу. А перевод Самуила Маршака. О, хорошо, да. Молодец. Ура!